Всем привет, друзья! Мы играем седьмые герои, дополнение испытания огнем. Проходим первую миссию в компании за Ивана. У нас четвертый эпизод. И мы продолжаем. Текущее основное задание наше — это отыскать лагерь, в котором скрываются банды гномов. И мы продолжаем зачищать карту. Отбили мы охрану военной школы, и нам дадут сейчас повышение одного не магического навыка, и это будет либо боевые кличи, либо исследования. Для нас лучше, чтобы это дали исследования. Мы продвинемся к получению обилки следопыт, которая, я думаю, позволит нам достаточно времени сэкономить игрового прихождения по земле со штрафом. Давайте попробуем, что нам дадут. Да, сразу нам дали нужный навык. Не придется нам перезагружаться. И направляемся мы к форту Альянса Света, который контролирует данный участок. Бримстоун прошел у нас кристалл силы. Посчитал я, что будет сложно с ними биться, но не так мы далеко отошли, и думаю, что есть смысл на них напасть. У кого тут нераспределенные навыки? А, это информация о полученном навыке Ивана. Жрецов рун объединю в один стек. Так, ландшафт позволяет защититься. Основной стек гномов я выставлять не буду, так как они зря погибнут, а вот единички будут отвлекать какое-то время, пока я не разберусь с противником магией. Тут у нас еще карта большая. У нас есть огненный шар и как альтернатива грозовые стрелы. 120% увеличить урон от жрецов рун, в принципе, имеет смысл. Давайте сначала бросаем грозовые, а потом будем бить огненными шарами. Подождем, у нас руна с большей инициативой. Единички наши побежали умирать. И летит наш огненный шар. В принципе, наверное, даже можно было единички не выставлять. Противник бы до меня бы не добежал. Надо забирать его. Mm.
Получаем, по-моему, даже два уровня мы. Да, два очка у нас есть. А можем мантию огня выкачать. Даже единички будут у нас работать. А можем мы взять одаренного мага, и все заклинания воздуха изначальные у нас будут на уровне мастера. Заклинаний этих не так много, даже крайне мало, поэтому пока что мы выкачаем огонь. Альтернатива, что тут, следопыта взять тоже можно, да? Давайте следопыта и знание магии огня 3. Принимаем отряды. Здесь лаборатория алхимика. Стрелками без блока заклинанием каким-нибудь не полезем. Продолжаем изучать уголок карты этот. Поселение академии. Карты. Какая-то шахта здесь. Не так важно, нам надо найти сам город. Большая армия. Этот кусочек мы видели. Выше идти непонятно пока, что там есть. Озеро, по-моему, по краю мы не можем обойти, значит, нам надо вот в эту часть. Так, два стрелка. Посмотрим, что у нас еще раз есть. Изначальная магия без без знаний в школе этой бесполезна у нас. Давайте доспех кинем пока.
без проблем. Поднимаем форт. Получаем контроль над всеми шахтами, которые находятся в этой области. Это у нас золотая, рудник дерева. Еще дерево. Теперь соединяются не так много, чтобы за ними идти. Один ресурс, второй. Хорошо. И нам неплохо бы армию к себе позвать. Можем даже из городов это сделать и потом по пути перехватить, попытаться. Жрецы Арката у него. Наверное, только своих мы будем, своего города мы будем звать. Этих можно улучшить, чтобы тоже сразу звать улучшенных. Этого переключилось. У нас не хватает сумрачной стали. Давайте пойдем в город. И выменим одну единичку. Мастерами меча мне хочется видеть их всех. Так, нам батов не хватило. И теперь наша задача этот караван по пути перехватить. Сюда лезть уже нет смысла. Шахта принадлежит нам. Давайте еще один обелиск. Живущие поблизости гномы утверждают, что здесь есть подземный туннель, по которому в эти земли и попадают бесчинствующие банды. И давайте артефакт отбивать. Сокровище Шантири. Карта у нас большая. На количество стрелков уменьшить противника. Так, бум-бум-бум.
понял, вроде щит на них кидал. Ладно. Теперь доспех повес. Пробили нас. Да, неплохо. Заблочены наши стрелки. Надо бить. Щит еще большой. Касаясь, как он мог мне бить? Блочим стрелков. Заклинания тут произвольно меняются. Достаточно у нас еще хп. Пробиваемся мы без потерь, берем артефакт и идем уже назад. Можно зайти в торговец с артефактами, чтобы прикупить каких-то сборничков. Посмотрим, походим сначала Иваном.
хорошо по дороге он катит. Достаточно много опыта надо до следующего уровня. Бримстоун. Только через адептов проходить 190. Большая армия. Наверное, чтобы не терять всех жрецов, мы их поделим на несколько отрядов. Так они смогут выдержать больше ударов. Пока я не добегу либо до него, либо не уменьшу до критической массы количество. Так, надо стать так, чтобы под прямую стрелу не попадать, под пронизающую, чтобы несколько отрядов, если не будет по прямой бежать. Жрецов лучше выставлять по краям. Еще звезда, которая 3 на 3 бьет. Давайте так попробуем. Еще как назло большая карта у нас. Ничего кроме огненного шара. Ну еще пламенную решимость можно кинуть, конечно, на гному, чтобы они быстрее добежали, но такой сомнительный вариант, хотя если они быстрее добегут, меньше будут стрелять. Полхода, все равно 3-4 хода бежать. Огненными шарами я значительно уменьшу количество. Дефица они. Вот это очень плохо, совсем не помогают мне. Хотя бы гномы убьют. Польза. Только вот жрецы совсем не помогают мне. Хоть гномы блочат, не сливаются. Хотя, если бы уже стреляли, уже бы закончили бы. Потери были меньше бы. Получаем мы новый уровень. Так, берем дух. Давайте мантию огня.
караван достаточно быстро идет. В принципе, следующий ход, я думаю, что мы сможем его призвать. Перехватить. Академия тайных искусств. Момент нет у нас возможности с ними биться. Иван идет на торговлю артефактами. Же время у нас не так много денег, чтобы их покупать. Маленькая карта. Заблоченный стрелок. Почти целый. Щит еще держит вполне. Добираем. Пробились тоже без потерь. Благословение драконов, святыни, и вот этот участок у нас неизведанный остался, хотя опять же можно пойти в зону мага, здесь есть ряд повышаловок. Раз, два, три.
И вот здесь вот. Ну, это нас потребует, наверное, около недели хода. Пока что мы на дорогу выйдем. Чтобы перехватить свой караван. Интересно, он здесь пробегает, и, в принципе, неплохо получается у нас с караваном. Эти пускай бегут. Везде высокая опасность. И город магов. Следующий ход я его достаю. Выделяем единички гномов. Этот стек мы не будем оставлять, потому что он не понадобится. Разрушение мы ставим, где два стрелка, которые никуда не побегут точно. Так, руна разрушения, наверное, полностью не заберет отряд, да? Не забирает. Шар забирает, а руна, наверное, не заберет. Зря мы ее туда поставили. Был смысл их вместе поставить и ауру фортуны накинуть.
Осталось два отряда противника. Забираем город мы и забираем, получаем контроль над территорией. Новые заклинания, очень заклинания. Смотрим, что здесь есть. Земля есть на 4 уровне. Тот же коллапс, кольцо холода. Есть армия неплохая. Отстроено полностью все. Начертателя не вижу, я здесь нету. Чтобы покупать заклинания, нам открыли здесь проход, очевидно, обелиск еще один. Да, обелиск. Зеленая территория пересекается с каменистой. Кое-кто видел, как леди Герди встречалась неподалеку с каким-то магом. Герди — верная соратница Аслаук и предводительница ее отрядов. Так, смотрю, где тут территория может быть пересекаться. Равнина с каменистой местностью. Ладно, мы об этом подумаем после. Куда нам двигаться? Можно пойти в город к магам. За этими заклинаниями сходить. Цепь молний. И алхимика мы уничтожили. Доход смотреть смысла нету. Можно через портал духов выйти. И мне кажется, я знаю, куда он ведет. Да, вот здесь выход из этой территории. И пройти. А, верно. В людской город там выучить заклинание. Нам еще надо построить 4 уровень. Потом отнести их в ванну. Можно, конечно, подождать, пока Иван придет и пробьет Академию тайных искусств. Это будет через 3 хода. Так уж и быстро. С Иваном походим, посмотрим, как будет складываться. Я думал, Аслаук сражается одна. Но я был неправ. Она заключила сделку с беглым алхимиком из 7 городов. Без сомнения, в обмен на помощь, она предложила ему редкие ресурсы из этой области. Я не мог позволить ему забрать их себе.
вернемся в город, тут у нас к нему будет ближе идти. Да. Попробуем изучить здесь магический уровень. Ивану тоже пригодился, но это изначально надо раз, потом под обилку, и только тогда бы мы могли получить следующий уровень через эту повышалку. Так, свет у нас выкачан, и больше никаких магических навыков у нас нету, то есть это мне надо два уровня поднять. В принципе, один мы можем на армии набить здесь, да? А вторую я видел, что есть... строение семи драконов, которое позволило бы нам повысить параметр за ресурсы. Где-то я его в этой области, мне кажется, встречал. Да, вот святилище седьмого дракона. Здесь мы сможем поднять уровень, купить его. То есть фактически нам нужно всего лишь один уровень поднять. Опять нам дают территорию. Щит на 200, да, он не пробивает. В принципе, в бой ввязывается. У нас конюшня. Давайте, наверное, сходим за кристаллом. Потом вернемся как раз на следующую неделю. Бонусом логистики запчемся. А новая неделя у нас неделя убийств гигантов. Бою с большими существами, малые существа получают плюс 5 к атаке. Опять большая карта. Тут правильно, небесный доспех нам дали.
нападает стрелок. Давайте его атаковать. Забираем. Приближаемся мы к заветному следующему уровню. Бримстоун уже на месте, а Ивану еще бежать. Я думаю, что 2-3 хода, да? Ну, уже раз решили подождать, будем это делать конца. Ставим 5-4 уровень. Смотрим, что нам дали. Мученик, новое заклинание. Добавленное с дополнением. Я как-то рассчитывал на воскрешение все-таки. Так, заходим на конюшню. Бежим за бонусом на дух 1, бонусом на дух 2. Стоит. Бримстоуну некогда бегать. Ничего делать, в принципе. Пускай остается здесь. Большая карта, это не очень это интересно. Починили в новом дополнении, в новом патче регенерацию шантирийских титанов.
кстати, чтобы не достали нас големы. Гномы достанут нам. Небесный щит. Почему у истицаров нет его? Но выводим их из-под удара. Давайте воспользуемся регеном. Берем изначальную магию. Так, тут артики мы можем получить. Навязываемся в бой. Доспех на всех, кроме драконов блочным шантерийским. Стыла есть небесный щит. Лучше тирийского голема ударить у нас еще. Есть кому походить. Thank you.
Остался один отряд. Инициатива, и здесь 17. Давайте клич. Делаем так, чтобы стрелок наш пошел раньше. Если ударю, достанет ли юстициар до них? Так, получаем марки, получаем свитки. Святилище седьмого дракона. Римстоп передаст заклинание. Последняя постройка в нашем городе, которая не была улучшена. Здесь тоже драконы. Пока не будем их улучшать. Какие тут ресурсы потребуются у нас для получения следующего уровня. Коллапс, сколько тут у нас? 3000 урона, неплохой, в принципе. Так, героя не положил, можно было дракона вызвать и безболезненно снять ответку. Может быть очень больно.
принципе, неплохо получилось. Давайте пример для подражания. Снимаем ответку. Надо, чтобы Сицар со спины ударил, да? Страшно. Пробиваем. Повышаем уровень. Выбираем подобилку изначальной магии. Знание 1. Манны. Проблем, я думаю, что у нас нету. Чтобы он стрелка атаковал. Поставлю его с половиной урона атаковать. Больно было очень от Ракшаса. Его. Получаем мы знатока изначальной магии. Все повышалки я здесь уже прошел. Делать нечего. Надо порталиться. В этот город порталимся, чтобы через выход вернуться сюда и продолжить изучение карты. Бримстоун еще не посещал. Направляемся мы неизведанный участок. Бримстоун тоже продвигает изначальную магию. Тоже в этот город мы порталимся.
и завершаем ход. Бримстоун здесь бегал, мог бы и в конюшню забежать. Так, пока Иван изучает дальше территорию, Бримстоун пройдется по повышаловкам. Что у нас тут в городе? Достаточно армии накопилось. Можно было бы ее и призвать. Идем в неизведанный участок карты. Склад. Какие-то у нас артефакты можно было, наверное, Бримстоуну отдать. Благословение Рата. Да, уже вот эти вот можно собрать артефакт. Сокровище Шантири. Артефакты гномов, сокровища Шантири, творение эльфов, сокровища Шантири, славение дракона, святыни, сокровища Шантири. Да, уже можно тоже собрать здесь какие-то реликты. Важна защита. Правим Бримстоуна догонять. Надо было просто Иваном не убегать так далеко. Разномастный противник. Короткая карта. Двоих не получится зацепить. По сути, противник не проходил. Еще с святыни Шантири.
приземляться. Еще одно золотое перо. Левая рука. Тебя плюс 10 удачи. Нередко помогала нам золотым драконом парализовать противника. Получается продуть сразу несколько отрядов. Тут тоже пройти через мост. Еще один артефакт эльфов там. На творение эльфов заходим. Боя накладываю на небесный щит, она потом убегает, попадает. Нет у меня слотов, чтобы их присоединить. Неделя у нас, неделя фестивалей. Количество ресурсов, получаемых в золотых шахтах и рудниках, а также лесопилках, сокращается в два раза. Пещеры кристаллов сумеречные, шахты и кузницы крови не приносят ресурсов. Печально. На ура. Идем на конюшню.
Джеймс-то он тоже сюда подтягивается. Давайте скинем Бримстоуну все артефакты, которые являются сборными. Плюс инициативы. Жалко, но придется отдать. Заметим, какие есть арты. В принципе, все. Жицарката тоже мы оставим себе пока что. Смотрим, что у нас получается. Сокровище Шантири мы в одну полосочку. Варенье эльфа в другую. Четыре сокровища Шантири, четыре благословения драконов у нас есть. Сокровища Шантири у нас еще есть раз, два. Творение эльфов у нас только три элемента. Узы у нас два элемента. И святыни тоже два. В принципе, два артефакта мы уже можем собрать. Сейчас и потом еще. В перспективе есть другие варианты. Вернем изначально нашу расстановку. Просто так, это еще не ходил. Особо мы ничего не сделаем. Ах!
есть. Дракон не хотел пускать, чтобы он закрывал проход. И, наверное, в эту часть идем. Либо с этой. Думаю, что мы еще туда вернемся. Бримстоун тоже на конюшне. За силой пойдет. Сразу может, в принципе, протонуться в город людей. Жалко, нет у нас призыва подкрепления. Город людей, я тут уже ближе будет идти, да? Или так будет нам быстрее? Дорожки, наверное, все-таки здесь нам будет нормально тоже. А, давайте следопыта забивать. Хотя вот на выучить золотое перо. Ищем благословение. Оружейник. Почти 1000 существ. Достаточно быстро находят. Давайте небесный щит. И просто заблокируем стрелков. Щита у нас нету.
дороге. Скоро к Руническому горну мы подойдем. А я бегаю в зоне действия чужого форда. Встречаю героя противника. Мага при этом. Карты. Давайте атакуем его. Поставим, кинем на них щит, чтобы на золотом драконе и на Исусаре был, чтобы они могли вперед лезть. А смотрим, что есть у героя. Руны. Атака есть у него. Подожгли мне мастеров меча. Сюда поставлю и подставлю сицаров, они так в принципе достают. Это ловушка, ловушки действуют, ловушки. Ввязываться в рубку. Так, насквозь может неплохо прилететь. Так, дракон пока стоит, держится, юстициар погиб у нас. Давайте попробуем его воскресить.
уничтожит моих чемпионов. Устанавливать их нечем у меня будет, да? Кидаем исцеление, либо нет, либо что там есть, нет воскрешения, это не дублировались. Да, исцеление. Неплохо, конечно, что он будет принимать урон мастеров меча. Если я его убью, а так бы следующий ход мог бы чем-нибудь подлечиться. Нет, не мог бы. Надо было забирать. Потерял я мастеров. Сейчас всех. Обелиск, значит, город рядом здесь, следуя логике. Да, достаем мы до города. Стрелков выбираем, чтобы выходили они из-за стен. Подождем следующего раунда, сейчас подлечим своих чуть-чуть. Получаем город, получаем контроль над еще одним участком
Здесь у нас есть, и здесь у нас темнота. Смотрим, что в городе. Взор Лата получаем. Солнечная вспышка. Наконец у нас будет уроновое заклинание света. Можем сюда кого-нибудь призвать. Нанимать никого. И у нас слева небольшой кусочек неизведанный и угол карты. Тут шахта противника. Наверное, имеет смысл сначала вот этот кусок изведать, а потом уже идти в самый угол. А мы с вами сделаем паузу очередную и продолжим прохождение миссии в следующем видео. Спасибо всем за внимание. Оставляйте свои комментарии, оценивайте видео и следите за новыми эпизодами. Всем пока!